Медиаорганизациям нужны отделы факт-чекинга для обеспечения достоверности публикуемой и транслируемой информации. Такое мнение высказали ведущие столичные эксперты сферы. Они рассмотрели вопросы саморегулирования отрасли в области соблюдения журналистской этики и подготовки материалов. Инициаторами круглого стола выступили Казахстанский медиа-альянс совместно с Международным фондом защиты свободы слова «Адельсюз». Обсуждая насущные вопросы, специалисты пришли к выводу, что важно использовать передовые технологии для проверки фактов, чтобы не допустить дезинформацию.